Мы продолжаем. Фонд «Петербургская политика» представил очередной рейтинг социально-политической устойчивости регионов России. В октябрьском исследовании Якутия расположилась на 20-м месте среди всех субъектов страны. Чем обусловлен такой высокий показатель, рассказал президент фонда, известный российский политолог Михаил Виноградов. Экономические республики самодостаточны, экономика и довольно большая, республика большая по территории, там, да, естественно, возникновение там противоречий, там, конфликтов политических, экономических и социальных, но все же эти конфликты редко оказываются на федеральной повестке, и таких особенно негативных новостей республика федеральную повестку, как правило, не приносит. Если смотрите на ситуации, там, особенно в других национальных республиках,